Они на Твиче ставочки добавили. У меня многие старички, именно старичела, там и Хомка, предупредили о том, что, блядь, ну это несправедливо будет по отношению к тем, кто сидит, просто смотрит. Я такой говорю, а там типа ставочки как работают? Х2 идут, тугрики увеличиваются? Или там коэффициенты тоже учитываются за счет частоты, типа тыканья? Ну, он говорит, типа там коэффициенты тоже есть. Я считаю, что это прикольная хуйня, нежели для тех старичков, которые там ноют о том, что, блядь, мы сидели, смотрели, копили. Можно по-бырому залутать, а можно все въебать. Блин, это же прикольно, нет? А с другой стороны, блядь, как бы, ну, прикиньте, в самом Твиче есть возможность делать ставки. Ну, типа, не за бабки, конечно. Это просто лишь валюта, за которую вы можете, ну как бы такая, где-то там, якобы где-то тут на сервисе есть какая-то валюта, которую вы когда-то там на что-нибудь можете обменять у стримера. По факту это типа не продажа. Но типа игрушки я куплю потом. На стриме такой пиздец по ставкам. Не, опа. Я пока разберусь, как это работает, и потом просто придумаю какую-нибудь систему. Чтобы это не, блядь, не как у всех было. Пизду их. В смысле, где сторис, блядь?